Добро пожаловать. Вам у нас обязательно понравится. У нас новейшая аппаратура и самый широкий спектр игр. Почему никогда не рассказываешь о работе? Что ты там делаешь? Вы будете богом, творцом своего мира. Играем. Записями на импланты двух цензоров установлено, что объем травм и мучений игровых... Какие мучения? Это ж пиксели. Они же у нас лучшие. Ты опоздал. Прости. Он убил его? Не убил, только ранил. Полегче, когда вне игры, а? На шефа и так давит со всех сторон. Это такое спасибо за то, что я всю грязную работу делаю. Надо было рожать. Лучше дать мясника в игре, чем в реальности. Я бы не хотел с тобой встретиться в темном переулке. В фотореалистичных играх с имитацией тела игрока и с полным реализмом окружения недопустима пропаганда жестокости и насилия. Ты тут должен тормозить жестокость. Иначе сначала в игре, а потом... Продолжить. Я впрягаюсь и прикрываю. Но только одного. По формальным показателям. Предыдущий сейф. Но мы же всегда в паре работаем. Одного лучшего цензора. У нас катастрофа. Зачем тебе это? В их виртуальном мире вы идеальный преступник, остановить которого они не в силах.